Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, а что вы считаете своим дебютом в кино, в театре? А вы имеете в виду работу какую? Да. Чисто номинально это был какой-то эпизод в... Где-то я даже не помню. Но он был значимый для вас? Нет, я была студенткой, это была какая-то эпизодическая роль там. Угу. Совершенно. А какая из ролей принесла вам успех и признание? Интерн? Нет, роль интерн — это название сериала. Да, роль, да, да, Анастасия Константин. На данный момент это так, да. Но я надеюсь, что будут еще роли. А некоторые актеры предпочитают не сниматься в ролях второго плана в ожидании главной роли. Как вы относитесь к второстепенным ролям, к маленьким ролям? Вы знаете? Я забыла совершенно. Ну, кто-то из наших народных артистов когда-то сказал, что, знаете, маленьких ролей не бывает. Это только отношения. Угу. Поэтому второго на плана, первого на плана, да, не имеет никакого значения. Стать актрисой вы мечтали еще с детства. Откуда взялась эта мечта? Ведь все ваши родственники далеко не творческой профессии. Вот и сама я даже и не понимаю до сих пор, как так случилось. Рада, что так случилось. А может быть, есть какие-то детские воспоминания, вот связанные именно с вашими актерскими данными? Может быть, ставили спектакли перед родителями? Или как-то еще проявляли себя, что у вас именно заметили актрису? Я очень любила петь, и пела я. Любимая песня у меня была «Облака, белокрылые лошадки». Это единственное, что я помню из-за какой-то художественной самодеятельности. А за время актерской деятельности открыли ли в себе навыки, может быть, даже таланты? Дополнительные какие-то? Да, дополнительные. Умения и таланты. Но я думаю, что я, безусловно, да, открыла. И в процессе их открытия, соответственно. Ну. А что это? Поделитесь с нами. Что это? Ну, знаете, я не знаю, как по поводу прямо таланта, да. Но я попробовала свои силы в стендапе в Москве. И меня сейчас очень активно интересует клоунада. Интересно. Да, мне тоже казалось интересно. Я решила как-то кардинальным образом сменить. Все-таки я очень много работала в сериале, поэтому какое-то новое дыхание, что-то вот прямо мне захотелось что-то сделать такое кардинальное. И клоунада – это очень трудно, между прочим. Хороших клоунов очень мало. Нет, я не говорю о том, что я сейчас все брошу и срочно становлюсь клоуном. Нет, это просто интересы. Я посещаю какие-то семинары, смотрю мастер-классы, да, то есть не более.